Всем привет! Знаю, вчера многие огорчились, что не смогли вывести свои свиткоины и продать их на бирже, потому что вывод приложений еще недоступен. Но есть обход, и можно вывести свои свиткоины другим способом. Итак, когда вы регистрировались в Свитвалет, вам должно было приходить письмо с подтверждением своей почты. И здесь у вас будет такая надпись «Лог». Вы сюда нажимаете. Надеюсь, у вас сохранилось это письмо, и вы сможете таким же способом вывести свои свиткоины. Здесь мы прожимаем данную кнопку, нас перекидывает на вот такой сайт. Получается, мы тут листаем вниз, и здесь у нас будет wallet near.org. Мы сюда нажимаем, и у вас открывается вот такая страница. Здесь нужно нажать импорт. И здесь ваш кошелек импортируется в кошелек Near. То есть это ничего страшного, как обычно мы, например, можем свой MetaMask импортировать в Trust Wallet или в другие кошельки. Вот это то же самое происходит. Здесь мы нажимаем импорт, дальше у нас открывается наш кошелек, и здесь мы видим только Near. Но чтобы у нас появились здесь Свитвалет, мы должны перевести хотя бы там пол монетки, одну монетку своему другу, там, ну, кто поделится с вами ником, вы переводите одну монетку именно в Свитвалет, и потом у вас здесь отображаются ваши свиткоины. Итак, как перевести свои токены другу? Мы заходим в свое приложение, и здесь мы, кстати, видим, что разлог у вас будет написано, вот основная сумма и внизу, сколько вы можете сейчас вывести. У меня 137 монет доступно к выводу. Здесь мы нажимаем Transfer, Send и вводим ник своего друга, которому вы отправите один токен, ну там или половину. Я ввожу, нажимаю дальше. Зелененьким загорелось, что есть такой пользователь. И здесь я ввожу, например, один токен, или там можете 0.5 отправить, и нажимаете Continue. И все, получается, вы отправили один токен. Теперь я перехожу на сайт и посмотрю, все ли сработало. Сейчас обновлю страницу, посмотрю, сработало ли все или нет. Так, почему-то еще... А, вот, все, сработало, отлично, у меня есть 136 токенов. Все, получается, мои токены пришли, просто вам нужно зайти в приложение и отправить кому-то, там, полтокена, один токен. Я отправила один, вам нужен, чтобы ваш друг дал вам свой юзернейм, который у него именно в Свитвалет или в Свиткоине, он один и тот же должен быть. Переводите один токен и все, и потом у вас здесь появятся ваши... Свиткоин. Вот у меня появилось 136. И получается, я могу заработать 10 баксов, если я выведу их на биржу. Сейчас я покажу вывод на биржу OX. Можете на Bybit, у меня просто Bybit пока недоступен. Итак, я перехожу на биржу, захожу в свои активы и нажимаю пополнить. Здесь выбираю свит. Выбираю сеть для ввода, сеть NIR выбираете, потому что будет дешевле ввод. Здесь копируете номер кошелька своего и переходите в NIR. Так же само можете зайти на Bybit, переходите в кошелек, депозит и вписываете свит и копируете свой номер кошелька и переходите в NIR. Итак, вот мы скопировали кошелек с биржи, теперь здесь нажимаем на отправить. Выбираем здесь свит. Вводим максимум, если вы все хотите отправить. Нажимаем продолжить. И здесь мы вставляем номер своего кошелька, именно с биржи, который вы скопировали. Вставляем и здесь нажимаем продолжить. Кстати, при создании кошелька нам начисляется NIR немножко для комиссии. Это очень прикольно. Я только сейчас обратила на это внимание. Думала, еще придется NIR заводить, но нет. Здесь мы ввели, получается, номер кошелька, куда отправляем. И нажимаем подтвердить. Все, транзакция завершилась, денежки ушли, получается, перевели и ждете, пока они придут на биржу. Думаю, транзакция проходит быстро. Надеюсь, вам было понятно. Если с чем-то не разберетесь, пишите в комментарии. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, у меня есть там чат, где мы общаемся. И в канале, в принципе, много интересного по крипте. Заходите туда, все жду. Всем желаю удачи, всем пока.